Ну, для того, чтобы потом работать быстро и вспоминать стихи, я прям его, смотрите, колено, бедро, хлоп, и все, понимаете? То есть он тоже будет вырываться, но так называемый срок, когда человек идет, да, колено, бедро даешь на расстоянии, да, его ж вот так вот вычитывается. Потом с головой не всегда в порядке у человека, потому что вдруг все уходит из-под ног, и у него сознание. Поэтому сруб очень опасная штука, даже для демонстрации. Но здесь выдох, когда получается колено, видите? Дальше. На вдохе уже, да, чуть пошло, бедро. Потянул бедро. Дальше вот эту точку туда. И сознание, смотрите, как работает. Я как будто бы коленом, да, его вот сюда сбил, да, туда подбил, и оно мне сюда пошло. Еще быстрее работа. После того, как вы проработали стихии, проработали последовательность, вы прям колено подбиваете. Вот. И вот он уже здесь. Когда вот эти колено, он как будто подтекает. Да? Видно, что с ним происходит? Тыки туда.